Всем привет. Цепляем эплух. Второй у нас однокорпусный, который с предплужником. Здесь вот я тоже переделываю, как на том клубе я сделал, тягу повыше. Сейчас приварим, поедем пробовать. Заворачиваем. Вот Андрюшка мне тут посоветовал. А что, эти предплужник режет, нет? Режет. Он отполировался. Маленько даже. Надо наклонить вперед его. Перед не зарезается. Сейчас мы чуть-чуть его это. И, по-моему, надо немножко еще туда тягу ту прижать. Да. Да? Удлинить. Ну, ладно, все подрегулируем, еще разочек попробуем. Thank you.
вот, небольшое испытание сделали, так, поднастроили. С глубиной маленькой, понятно. Андрюшка говорит, мелковато. Ну, я думаю, пойдет. Ну, идет хорошо, в принципе, по целику. У меня так не шел он никогда. Так что, комментируем, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.